зовут Николай Шапаев. Я являюсь солистом хора Астраханского государственного ансамбля песни и танца под руководством Лавриненко Александра Михайловича. Любовь к музыке привили мне мои родители, моя семья. Вся семья у меня поет. Кроме этого, папа играет на гармошке и на семиструнной гитаре. Сестра на калмыцкой дамбре. А брат был у меня профессиональным танцором. Также хорошо играл на гитаре и на калмыцкой дамбре. Я тоже начинал свой творческий путь с игры на калмыцкой дамбре. Пел, танцевал. Активно принимал участие в самодеятельности в районных и республиканских конкурсах. После школы поступил в музыкальное училище искусств имени Петра Артюровича Ченкушова на отделение хоровое дирижирование. Параллельно работал в государственном камерном хоре под руководством Цибекова Анатолия Чергаряевича. Высшее образование получил в Астраханской государственной консерватории по специальности вокальное искусство в классе профессора Усольцевой Валентины Михайловны. Во время учебы работал в мужском камерном хоре под руководством Егора Леонида Николаевича и в театре оперы и балета, а также пел в церковных хорах. В 2007 году прошел кастинг в ансамбль и с тех пор работаю здесь, в Астраханском государственном ансамбле песни и танца, солистом хора, ведущим мастером сцены. С ансамблем побывали во многих странах, объездили всю Россию. Самые мои любимые программы – это Астрахань многонациональная, казачья и, конечно же, военная. В этих программах я могу показать не только вокальные данные, но и умение танцевать и фланкировать казачьими шашками. За период работы в ансамбле был награжден благодарственными письмами и почетной грамотой губернатора.